В Москве на первенстве России по жиму штанги лежа за право быть лучшими поспорили 650 спортсменов из 66 регионов страны. Из трех выступавших кагалымчан двое с медалями. Бронзой среди девушек весовой категории 84+ отметилась Анастасия Агиренко. Начало 2020-го для 15-летней перворазрядницы складывается вполне удачно. В январе на первенстве России в Екатеринбурге она стала серебряной призеркой, а в феврале подтвердила класс. У меня было четыре соперницы. Я заняла третье место с результатом 102,5 килограмма. До второго и первого места мне довольно далеко, поскольку там девочки крупные и занимаются в жиме явно дольше, чем я. Но, в принципе, я довольна своим результатом. Результатом Анастасии доволен ее наставник Владимир Степаненко. Эти соревнования показали, что есть потенциал. Более того, теперь стоит вопрос о подготовке к первенству Европы в Дании. Цель была в призы попасть, попали. Третьими стали, спокойно. На три подхода сработал, с запасом. Сейчас бы основные силы будем направлены на международный старт в Данию, на первенство Европы. Там, думаю, должна, обязана у нас выступить достойно. 17-летний бронзовый призер по пауэрлифтингу Роман Балабошкин в Екатеринбурге на соревнованиях в Москве стал пятым. Выступал после болезни. Тем не менее, считает, что получил хороший опыт. В моей категории 6 человек было, так же, как и на троеборье. Я считаю, что результат не такой хороший, какой хотелось бы. Пожали всего 150 во втором подходе. Рискнули попасть в призы, на 162 пошли и не получилось. Тренер Владимир Степаненко точно знает, все у Романа получится, и цель есть. Полтора года попахал в зале хорошо. Так просто же не дается. Трудом, волевые усилия надо прилагать. Ну, КМС, это понимаю, да, кандидат. На мастера можно пойти. Есть такая вершина. Ее надо взять, я думаю, в этом году. Еще один воспитанник Владимира Степаненко, Александр Григорьев, сейчас учится в Санкт-Петербурге. Саша является чемпионом России, Европы и мира, а на последних соревнованиях побил рекорд страны в своем весе. Да, 227, пожалуй. Ну, вес маленький, собственный. Категория до 74, но у него был собственный вес 71 килограмм. Только перешел в 66-й категории, в 74-й. Еще как бы так не обкатал ее. По результатам этих соревнований Александр отобрался в состав сборной России в дисциплине жим штанги лежа. И теперь 15 мая в Чехии на первенстве мира будет защищать честь страны. Сергей Ефимцев, Николай Гаркуша, специально для новостей.